торжественной премьеры в Голливуде нового фильма «Ешь, молись, люби» исполнители главных ролей Джулия Робертс и Хавьер Бардем, как водится, должны представлять картину в разных странах. Большая часть ответственности ложится, конечно же, на Джулию Робертс, потому что картина посвящена ее героине. Однако Робертс так тепло принимают во всем мире, что переживать нет никакого повода. В Японии поклонники красотки устроили целое шоу к приезду любимой актрисы. Сотни девушек в кимоно оккупировали пространство перед кинотеатром. В фильме героиня Робертс решает изменить свою жизнь и отправляется в путешествие. Сначала в Италию, потом в Индию и на Бали. Перемены подействовали на нее благотворно, и жизнь ее, естественно, изменилась. Актриса же на пресс-конференции призналась, что никаких перемен в своей собственной жизни не желает. Ей нравится ее работа и образ жизни, особенно когда любовь поклонников не ржавеет с годами.